На прием к Юрию Полякову обратилась Нина Макаровна Стебенькова. Долгое время она была участницей федеральной программы, но квартиру от государства так и не получила. В мае текущего года у Нины Макаровны появилось внеочередное право на улучшение жилищных условий. Она перешла в муниципальную программу третьей в списке. Исполняющая обязанности главы Анапы просит обрисовать реальную перспективу получения жилья. Юрий Федорович, если в этом году у нас внеочередник, который состоит первым в этом списке, получает квартиру, Нина Макаровна становится второй. На следующий год, если в том же размере нам будут выделены бюджетные средства, то у Нины Макаровны будет обеспечено жилье. Частный вопрос на Набчанке перерос в обсуждение общей ситуации. В ближайшее время в администрации города будет рассмотрен вопрос о более эффективной реализации муниципальной программы.